Сапралий Усизов приехал в составе мотопробега из Шымкента. Для водителя-дальнобойщика эта акция стала возможностью прокатиться по дорогам Казахстана на своем любимом байке. Как признается мужчина, выехать на мотоцикле за пределы Южно-Казахстанской области не позволяет работа. Да и в семье забот хватает. У Сапралия 9 детей, старшей дочери 27, младшему сыну 2,5 года. Но когда попросили друзья, семьянин просто не смог отказаться. Мы в Казахстане, не за рубежом, а здесь весь народ привык к гостеприимству, к теплоте. Ну и в основном наши братья-байкеры, они больше прилагают усилий, чтобы нам было комфортно отдохнуть. Ну и, как сказать, как мы выехали, вот самое лучшее, мы отдохнули в Актобе. Гостей из Южного Казахстана встречали актюбинские байкеры. Все вместе приехали к зданию городского акимата. А здесь уже участников акции принимал аким города Ильяс Испанов. Местные чиновники, журналисты и общественные деятели. Дальнейшее движение наше. Следующий город будет Хромтау, потом будет Костанай, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар. И финишируем в городе Астана. Вот на открытие Астана-экспо. Вот. И дальше пойдем в город Караганда, Балхаш, Алмата и до Тараза. И останавливаемся в городе Шымкент. Как рассказали участники мотопробега, в центре города они встретили ветерана Великой Отечественной войны. Аксакалу байкеры подарили путевку в лечебно-оздоровительный санаторий Южно-Казахстанской области. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».